Чика. Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я был хорошим мальчиком. Не баловался с зажигалкой, принимал мультивитаминки и даже не играл в блэкджек и шлюп, что подальше неразборчиво. Поэтому я хочу, чтобы ты исполнил мое желание. Я хочу в круиз. Максим, 39 годиков. Добрый Дедушка Мороз, я могу отправиться в круиз? Конечно, исполняю. Встречайте, команда КВН Круиз! Не в этот хотел, а вот в этот пойдешь. Встречайте, круиз на сцене. Самые темные силы клуба КВН. Вы сами представьте, против нас играют Копли, Марду и Нарва. Ты хочешь сказать, что мы такие белые и пушистые? Конечно, мы же круиз. А как же пятничный круиз финнов из Хельсинки в Таллин? Я тебя умоляю, какое же это зло? Они максимум, что могут делать на веселе, так это дерзко спросить, а где Матвей? Да вообще это не важно, главное, что сегодня играют сильные команды. И кто сегодня победит, совсем не яско. Или яско. Короче, непонятно пока. Игра покажет. Покажет-то покажет! Игра-то покажет. Вы что показываете, я не понимаю? Это что за фигня? Вы кого себе в команду понабрали-то, а? Это ж, я не знаю, вы что, были на распродаже малохольных людей, что ли, а? Не, а что такого-то? В Черную пятницу все, все, что попало, берут. Все попало? Ну вы-то что взяли? Это что за хмыть? Что он здесь будет делать в команде-то, а? Какой? Что это значит, хмы? Это специально обученный человек. Его зовут Артем. Он садится рядом с жюри. И когда надо встает, в надежде на экстанное чувство. Да хмы! Я тебе говорю. Как вы со мной разговариваете? Я, между прочим, уважаемый человек. Я блогер. Да я могу себе позволить... Что я могу себе позволить? Не работать, наверное. С мамой живешь? Да. Ну, понятно. Ты кто? Я бывшая девушка лобстера от смеха. Ну, та, которая его перед каждой игрой бросает. И что ты тут забыла? Я мщу. Или мстю, или мстя. В общем, я не знаю. Из-за этого как раз таки и расстались. Да господи, я не понимаю, это не финал! И вы хотите вот с этим вот, я не знаю, доброго сейчас... Марат! На каждую силу найдется другая сила. Мы этого просто так не оставим. Здорово, братан, где бабки? Не называй так наших бабушек. Ну не смогли они сегодня прийти на нас посмотреть. Ладно, девушка тут мармелад. Девушка, извиняюсь, ты, наверное, меня имел в виду, я Марат, я здесь. Да поняла я, мне не 10 лет. 11? 9. Значит, слушай меня сюда, лимонад. Финал? КВН? Ну, КВН, я им помогаю, я тренер. До чего же время дошло? Беременные мужики ходят на работу тренерами. Ладно, я в путь. Лимонад.
Итак, команда «Квен Круиз», поехали! На РЕН-ТВ к Новому году не делают специальных передач. Все те же новости и трэш, только рассказывают их наряженные ель. Итак, представьте, выпуск новостей РЕН-ТВ. Только самые важные сенсации этой планеты и галактики. Стас Михайлов побывал в Сталине и со словами «У меня такого нет» утащил крест в Аводосовярьях. Слава Богу, сказали жители. Трудовик гей, спрашиваю, любит спрашивать двух мальчиков покрепче. Заботливая бабушка алкоголика Василия связала внуку на Новый год новую печень. Это были все новости на канале РЕН-ТВ. Стокман, на Food Parent могут прийти и такие люди. Итак, представьте, эксгибиционист выбирает себе новое пальто. Мужчина, могу ли я вам помочь? Девушка! Точно! Посмотрите, как мне идет! О боже, мужчина, что вы делаете? Это же кофта из прошлой коллекции! Какая кофта? Там ничего не будет, девушка! А теперь представьте, чутка перебравшего жителя Эстонии. Ну, Новый год все же. Похитили инопланетяне. Это же вы! Я же подписан на ваш канал! РЕН-ТВ называется! Точно! Я и говорю! Я свой! Смотри, серпаспорт! Я же этот! Элиан, братаны! Ладно, давайте я вас этой мультикапсой угощу! Хотя нафига! Вы уже зеленые! Дальше труп. Муниципальная полиция, ваш билет. Муниципалы? Охренеть! Что вы тут делаете в космосе? Какой космос? Он через две остановки. Давай, выходи! Молодцы, ребятушки вы мои! За хорошее выступление просите, что хотите! Я хочу новую работу! Я хочу закончить учебу! Я хочу устроить себе личную жизнь! Я не понял, вы что, не хотите больше в КВН играть? Не-не-не-не-не-не! Расставляйте правильно приоритеты, господа! С вами была команда